Шкальский сидел. Вы знаете, группа Битлз была очень христианской группой. Иначе Джон Леннон бы так не приобнял бы нашего Джизиса, который ходил босиком по воде. Сейчас песня о том, что Битлз, Джизис и Битлз. Здесь ребята поднимают монетки, которые публика бросает в надежде ощутить нашего барабанщика пивом. Не могу, чтобы помочь.